Так, это внимание. На 9 мая температура воздуха может опуститься до отметки в плюс 7. Новости. Красноярска более 220 и 160 километров соответственно. Новости о пожарах приходят из десятков населенных пунктов. Сильный ветер до 40 метров в секунду, огню только в помощь. Плюс сухая теплая погода. Дождя в регионе не было.